Всем привет! Сегодня рубрика «Вопрос-ответ». Мне Гюзель написала в Инстаграм, в личку, такое сообщение, что «Ирина, здравствуйте, очень нравятся ваши работы, но они все как будто на крупных женщин. Вы делаете украшения для женщин с мелкими чертами лица. Если делать на заказ, то каким образом обговариваются детали заказа?» Ну, тут ничего такого нет личного, поэтому я могу вам показать переписку. Так, я написала: «Гюзель, здравствуйте, что бы вы хотели? Я не считаю, что мои украшения на крупных женщин, поэтому, может, фото пришлете того, что вы имеете в виду». И Гюзель мне прислала несколько сережек, которые бы, наверное, она хотела. Несколько сережек с сайта AliExpress, серьги недорогие, скорее всего, без особого покрытия. Но дело не в этом. Дело в том, что, вот, допустим, я такие украшения не делаю. Я делаю украшения с камнями. Да, у меня что основное в моих украшениях? Это натуральный камень. Вся ценность. Да, вот это украшение, допустим, я делаю. Я не думаю, что это на женщину с крупными формами и с крупными чертами лица. Но Гюзель, наверное, именно серьги имела в виду. И здесь нет ни камня, ничего. Здесь есть просто фурнитура. Естественно, они имеют место быть. Естественно, я понимаю, для каких случаев их надо. Но я не делаю такое. Я Гюзель ответила, что я ответила. Гюзель, я только повторяю свои украшения и продаю из наличия. Заказы сейчас беру на начало марта. Нельзя объять необъятное. Есть мастера, которые делают подобные украшения, которые нравятся вам. Я думаю, что вам стоит обратиться к ним. А я могу сделать только что-то подобное моим украшениям. Ну, наверное, витиевато я, как всегда, оформила свою мысль. Но что вот хочу сказать. Я сейчас не берусь за какие-то украшения, заказов много. И каждый человек, он что-то представляет у себя в голове. Так, мне там еще что-то Гюзель написала, но я просто хочу ответить вот на этот вопрос, что каждый человек у себя в голове представляет то украшение, которое бы ему хотелось, но он не может его сделать, он хочет его заказать. Вот мне кажется, что надо, если вы хотите заказать украшение с вышивкой авторской, то вам стоит обращаться именно к специалистам, которые занимаются вышивкой. Если вы хотите с натуральным камнем заказать украшение, то именно к людям, которые работают с натуральным камнем. Если вы хотите именно вот фурнитурные какие-то цепи и кулончик, то много людей, которые у них много аккаунтов в Инстаграм, я думаю, что сейчас это вообще не трудно найти, кто будет заниматься именно такими украшениями. И смотря на их работы, представляя примерно, что они делают, такие украшения и надо заказывать. Потому что у меня вряд ли получится прям гармоничное украшение. Я же не знаю, что у вас в голове. В общем, раньше я все время бралась за все заказы, которые мне заказывали. Даже если мне заказывали из какого-то камня украшение, и если это был прям такой большой заказ, я могла подорваться и лететь, сломя голову, за этим камнем. Его выбирать, это был уже индивидуальный заказ. И, конечно, он должен стоить гораздо дороже, чем просто я сделаю из того материала, который у меня уже есть в наличии. Но никакой наценки я не брала. Я нарабатывала себе клиентов. Наработала их столько, что теперь я могу просто творить из того, что у меня есть, те украшения, которые мне кажутся красивыми, особенно не ломая себя, просто повторяя свои украшения с разным диаметром бусин, с разными сменой кулонов, немножко меняя фурнитуру, но все равно я кружусь около своих украшений. Я уже, если я хоть чуть-чуть чувствую, что не в ту сторону
где моя область, я не беру такие заказы. Мои украшения все равно будут похожи на мои украшения. Я не вырулю на что-то чужое. Вот не получается у меня так. У меня было видео на канале, не знаю, смонтировала ли я его и выставила ли, где мне Медея попросила меня совместить аметист с зеленым цветом. Знаете, как мне было трудно? Потому что я не вижу этого сочетания. Или, возможно, там был такой зеленый в представлении Медеи, которого нет у меня в наличии. В наличии у меня миллион зеленых расцветок, но не было такого, который бы мне был приятен моему глазу. Вот вы еще понимаете, про что я говорю? Поэтому это трудное, да? Человек, с одной стороны, заказывает и платит деньги, а с другой стороны, ты как мастер, ты вроде как должен сделать, чтобы ему понравилось. Но я немножечко перевернула. Я примерно выставляю модели, какие я делаю. И если хотите, я могу сделать примерный повтор. Вот так вот я сейчас работаю. Не берусь за заказы, которых, ну, или мне кажется, что они некрасивые, или мне кажется, что у меня недостаточно мастерства, чтобы сделать эти заказы, или это вообще не моя область. В общем, за такие заказы я не берусь. Меня вот все спрашивают, берете, вы же говорили, что заказы не берете. Периодически я их не беру. Когда очередь отодвигается больше, чем на месяц-полтора, я такие заказы не беру, потому что на самом деле мы не знаем, что будет завтра, не то, что через полгода. И периодически я их беру, периодически говорю, что нет, напишите через месяц, возможно, ситуация изменится. Так, чтобы совсем заказы не брать, но я работаю, в принципе, все делаю на продажу. Как совсем не брать? Естественно, беру заказы, те, которые мне удобны. На тот камень, который у меня есть в наличии. Вот, допустим, у меня постоянные заказчики, они мне просто пишут, что «Ирин, с каким камнем будете работать в ближайшее время?» Я им пишу, что вот буду работать с турмалином. И если кто-то что-то хочет заказать с турмалином, я им делаю из этого камня, потому что этот камень уже у меня лежит на столе, мне не надо ничего, видите, у меня целая история, и у меня так всегда. Вот я сейчас закончу работать с турмалином, я его уберу полностью все, и потом все по новой выложу другой камень. Поэтому, определив уже порядок работы какой-то, я уже понимаю, на что я могу взять заказ, на что не могу. Но опять-таки, это все, вот сейчас для мастеров, это все заслуга того, что я много лет подрывалась за камнем, летела за 1000 километров туда-назад. В общем, это все наработка большая годами, чтобы вот так вот можно было работать. Сижу в удовольствии, делаю те украшения, которые кажутся мне красивыми, и мне достаточно вот этого всего. Вот. Вопрос-ответ. Ответила я на вопрос? Нет. Пишите, что думаете по этому поводу. Сейчас делаю украшение из мелких камней. 2, 3, 4 миллиметра. Это вот такие чокеры. Немножко снимаю видео. Возможно, что-то смонтирую и сделаю ролик. Ну, а возможно, просто останется рубрика «Вопрос-ответ». А возможно, вообще ничего не смонтирую. У меня таких видео много, когда я говорю, потом начинаю слушать. Мне кажется, что все спутанно, непонятно. Но я люблю так. Я сама люблю такие стихи, фильмы непонятные. И у меня все вот так вот кружева-кружева, когда начинаю разговаривать. Очень трудно мне держаться одной мысли. Не получается у меня так. Мне пишут, что надо составить планы, по плану отвечать. Вот так я делать точно никогда не буду. Это мне надо сесть и целый час посвятить на то, чтобы составить план. Но если бы я видела в этом большую
пользу для себя, какую-то выгоду в этом, я бы, наверное, так и сделала. Но я могу сказать вот то, что у меня в голове, то и на языке. Я только могу в порыве что-то вот сейчас подумала и сказала. Да, Гюзель, вот что-то она мне еще написала, сейчас я с ней пообщаюсь. Я вообще нормально отношусь, когда люди спрашивают. Ну, спросили, да, тогда, нет, так нет. И про цены тоже. Когда мне человек пишет и спрашивает, сколько стоит, он даже примерно не понимает, сколько могут стоить вот такие мелкие-мелкие бусинки. Один человек понимает, что это камень, да, и что из турмалина будет дороже, чем из агаты, допустим, такие бусины стоят. И другой не понимает, он видит мелкую ниточку. Ну, он спросил, ему вроде как нравится, но когда узнал, что они так дорого, нет, спасибо, для меня это дорого. Это нормально. Но есть еще другая категория, вот тоже сегодня выставила свое украшение в Инстаграм. Сейчас покажу, какое украшение я выставила. Так, сейчас. В Инстаграм. Это вот я делаю повтор. Видите, мне заказали повтор украшения. Вот такого. И я его делаю. Так, сейчас неудобно мне смотреть и держать, и перелистывать. Так. Вот, я сегодня выставила вот это украшение свое, которое мое авторское. Вот это. Меня спрашивают прямо вот здесь в комментариях. Вот лайк даже себе еще пока не поставила. Так, у меня спрашивают, сколько стоит украшение. Я пишу, напишите в директ. Девушка, которая спрашивает, написала в директ. И я вижу, что она меня уже 5 раз спрашивала, сколько стоит украшение. Я ей 5 раз отвечала. В ответ тишина. Не спасибо, не... Ну, там вообще ничего. Просто сколько стоит и все. Конечно, мне такие... Вот это любопытство, да, просто вот сколько стоит. Я поэтому и не пишу в общем доступе, что не хочу я говорить, сколько это стоит. Я хочу это сказать тому человеку, который хочет купить. Если ему дорого, ну так и написал человек, нет, это дорого мне, нормально. А если просто так, в общем, девушке я 5 раз, конечно, отвечала, но 6-й раз я даже не буду отвечать, сколько это стоит. Писать или не писать цены. Каждый решает для себя. Если бы я не была блогером и у меня не было 50 тысяч подписчиков, среди которых есть люди, которые ко мне хорошо относятся, и есть люди, которые просто, мне кажется, они считают только деньги. Да? Они не видят, сколько сюда труда вложено. Они считают, что вот деньги только. Вот, я цены не пишу. Ну, иногда пишу, иногда не пишу, но, в общем-то, я цены не пишу. Но если бы я не была блогером, я бы все сразу ставила с ценами. Мне кажется, что так нагляднее, понятнее. Ну, и опять-таки, так проще для людей, которые хотят купить. Не каждый будет писать. В общем, я это делаю только потому, что у меня нет острой нужды это все продать. Я уверена, что со временем у меня это купят, но не купят, значит, буду сама носить. Вот так вот. И на второй я вопрос ответила с ценами, без цен. Что я делаю? И, в общем, поболтала сегодня немного с вами. Еще раз мы с вами встретились. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я сейчас просто пребываю в удовольствии. Я в красивом, чистом помещении с красивыми материалами, с просто неимоверно красивыми камнями делаю, ну, как мне кажется, красивые украшения. Это все востребовано. Мне единственное, что меня совсем не устраивает, что в сутках всего лишь 24 часа. Я когда стрелки часов переваливают за час дня, я просто начинаю злиться, что день скоро закончится, а еще только час дня, а я злюсь.
И я вот сижу все это время с 7 утра, вот сегодня, с 7 утра и буду сидеть до 7 вечера. И мне мало времени, мало, мало, хочу больше, хочу раздвинуть это время, ну, в 2 раза хотя бы. Но другая еще проблема возникает, это нет движения, потому что я чувствую, что просто какие-то необратимые процессы начинаются из-за того, что нет движения. Надо двигаться, но недисциплинированный я человек. Вот мне что нравится, то я и делаю. Но завтра вроде как собрались идти на лыжи. Раз в неделю ходим на лыжах, пока есть снег. Сейчас покажу, что за окном. За окном белым-бело. У меня в этом году у нас просто навалило снега. Город у нас вообще не чистят. На машине едешь, как на лодке по снегу внизу. Внизу лед. Я думаю, что коммунальщики решили, от чего его чистить, он все равно скоро растает. И еще вот у меня была вот такая красивая, прекрасивая площадка и вид из окна. И теперь обнесли, видите, все забором, видно или нет, я не вижу. В общем, будут строить дом. Будут строить дом, закроют мне этот прекрасный вид. Ну что делать? Надо искать положительные моменты во всем, значит, будем и здесь тоже что-нибудь положительное искать. Я буду делать украшения дальше. Обязательно напишите мне что-нибудь по теме моего видео. Я уверена, что всем есть что сказать. Не забудьте поставить лайк. А на сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Всем всего доброго.